Всем привет, дорогие подписчики и зрители моего канала, с вами снова Рыжик. Мы продолжаем играть в игру Skyrim. Так. У нас там Драук опять вот лежит. Там, кстати, можно было пройти вот здесь. Обойти ловушки и найти сундук. Так, Лидия попала в ловушку. Ну, давай. Ага. Вон она ходит у нас. Ага. Так, давайте сразу вот так сделаем. Ну, Драуга я того сейчас убью, наверное. Чё ж мы... Мимо него, что ли, пройдем? А! Да уйди ты оттуда, Лидия! Все? Больше ничего не умеешь? Засранка такая. Так, в этой урне пусто. Давайте мы пойдем вперед, а то она сгорит нафиг на работе. Так. Давайте так сразу. Надо полечиться бы, наверное. Магию подкачать, которую я не качаю. Вот. Так получше. Ну и все. Так, ловушка. Почаще сохраняться надо здесь. А! Это Лидия наступила, засранка. Так, 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 что у нас тут? Серебряные слиточки. Чувствую, я сейчас тут наберу. Всяких тканей льняных. Опа, я же говорю, сейчас наберу. Так, ну мы сейчас с этим быстро расправимся. А вот, сейчас выкину ненужное. Так, ну я там... Пойдем? Лидии передала то, что мне мешало, так сказать, жить. Нормально ходить. О, зелье лечения, отлично. Зелье магии. Тут что у нас? Серебряные слитки опять. А, ну, льняную ткань я больше брать не буду. Ага, забытая крипта. Замечательно. Ну, идем. Блин, как же тут стрёмно. Там по-любому кто-то есть. 100%. Так. Я даже слышу, ходят, ходят. Ага. Вон он ходит. Давайте что ли его луком сначала приманим. А, мимо. Блин, это что такое? Лидия. Это все, что умеешь? Японский городовой, Лидия. Сейчас встанут. Ведь встанут. Так. Ну? Встаете, нет? Чё-то никто не хочет вставать-то.
И это странно. А если так? Нет? Серьезно нет? Ну чё? Ну ладно, окей. Не хотят вставать. Нашим легче. Так, а вот эта уронка? Ага, тоже не пустая. Ага, так, зелье запаса сил. Сожженная книга нам не надо. Зелье лечения тоже взяли. Ну и давайте тогда дальше. Сразу сохраниться надо. Сейчас же они повылазят вот здесь, вот как обычно. А, серебряное кольцо с аметистом. Еще одна урна. Окей. Что-то нету никого. Это очень странно и подозрительно. Есть, есть. Ну, где он? Выходи. Ну, Лидия туда сейчас побежит. Ах, Лидия, Лидия. Давай, давай. Вот так вот. Отлично. А он особо не опасен. Так. Опасные, наверное, будут тут. Вот так опять сделаем. Да, каждые 5 секунд надо сохраняться на такой сложности. Так, это у нас что? Сыромятный шлем. Древненордские сапоги. Я, по-моему, брала, да? А, древненордские сапоги, по-моему, у меня должны быть. Где-то здесь. Сейчас мы посмотрим. Да, они у меня есть. А смотрите, какие они прикольные-то. Вес 5. Давайте я их возьму, если что, выкинем. Правильно? Шлем нам не надо. Жалко, что здесь нельзя отключить... эффект, как он там называется-то. Короче, чтобы шлем типа одеть, его не видно было. Как это, например, делается в Neverwinter. Блин, что-то так темно, кошмар. Так, сейчас мы тут точно с кем-то столкнемся. Это не очень радует. Угу. Тут по-любому F5. Ну, конечно. Ну, конечно. Где-то там. Да ни хрена ты не можешь. Вот так вот тебе. Блин, он вниз упал. Да вставайте уже, господи, чё ж там. Чё уж там. Все вставайте. Скрытность у меня не получается. Все равно мне пофиг уже. Так, серебряные слитки. Длинную ткань мы брать не будем. Я нифига не вижу. Так, 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 так. Я вниз хочу.
туда. Спуститься-то можно, нет? По-моему, нельзя. И тут где-то моя стрела была. Я прямо за тобой. Не, Лидия, ты прости, я стрелу хотела взять. Так, а если сюда? Тогда пой. Оу. Эй, будь осторожнее. Так. Теперь ты поплатишься. Одного. Один ушел. Вот так вот. Отлично. Так. Как же нам вниз все-таки? Может, мы туда попадем? Сейчас как-то. Потому что там проход есть. Мне кажется, что мы туда все-таки попадем как-то. Здесь завалено. Здесь что? Это куда-то наверх. А эта дверь... Твою ж мать! Эксперт. Давай делаем так. А то сейчас мы потратим все отмычки, а у нас их не так много. Блин. Давай. Должны открыть. А, значит, чуть ниже. Давай. Нет. Давай, чуть пониже. Ну? А! Значит, еще чуть ниже. Ну? Блин. Еще ниже, что ли? Может, выше? Да, наверное, выше все-таки. Может, вот сюда? Нет. Тут надо аккуратно на эксперте-то. Блин, да что вот? Не люблю я эти замки открывать. Гребаный самолет летит. Чтоб его. О, открыли. Замечательно. О, и сразу уровень. Ух ты. Так. Теперь можно и F5. Лидия, обходи ты, пожалуйста. Это все дело. Как ж тут темно-то, кошмар. Мы еще выше поднялись. А как вниз-то вообще спуститься? Там же много всего было. Может, мы сейчас тут и спустимся? Ну, иди сюда, иди. Опа! Отлично. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Вот он, рычит, стоит. Сволочь. Убегает, скотина. Вы смотрите. Еще один. Лидия, ну что ж ты ведешься-то на все, а? Господи ты, боже мой. Ну она вообще... О, господи. Еще кто-то. Так, одного мы грохнули. Давай. О. Нормально. Так, щит.
блин, Лидия точно танк. Вы смотрите, что она творит. Блин, а я хочу вниз сходить. Офигеть, ребят. Потому что тут... Ну вот. Начинается. Давай. Так, тихо, он сейчас крикнет. Зелье запаса сил. Слабое зелье запаса сил. Скума, кстати, тоже дает. Давай. Блин, зря я это сделала. Это... Так, ну мы здесь, да? А? Ох, Лидия, 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 Лидия. Это мы назад вернулись? Ну да. Мы же должны как-то вниз-то спускаться. Ну, такого уж не может быть, что... Подождите. А мы же снизу пришли. Мы там были. Фу ты. Это уже я что-то не в ту степень пошла. Ой. В общем, короче, он убивает с одного удара. Этот хрен. Поэтому здесь надо поаккуратнее будет. Он хотел убежать, скотина. Их надо сразу валить, потому что они потом нас туда выведут, куда не нужно. А, сильный тут хрен, да. Так. Я буду сохраняться после каждого, потому что они убегают, твари. Так, тут золотишко. Опа, отлично. Ни один не убежал. Так вам и надо. Дряни такие. А то ишь, убегают они, видите ли. Теперь со спокойной душой можно идти вперед. Хотя я бы не сказала, что со спокойной душой. Ладно. Лидия. Блин, вылезет скотина.
Блин, я просто хочу вот этих убить, чтобы они потом не это. Ага. Хрен сажаю. Так, а где у нас там был крик? Безжалостная сила. Назад. Давай. Что ты делаешь? Так, сейчас. Где там зелье? Запасы сил нам надо. А вот еще одно. Опа. Что ты делаешь? Так, сейчас еще. Вот и все. Офигенно у него секира. 25, если мы возьмем. Нормально будет. Ну, там беспокойный драук стоит. Еще. Иди сюда, скотина. Иди сюда. Давай. Вот так вот. В принципе, это несложно даже было. Просто поменьше тупить и будет все нормально. Так. По-моему, у нас персонаж слишком близко. Надо немножко подальше его сделать. Вот так вот. Так, тут же у нас ничего нету. И тут у нас тоже ничего нету. Вообще ничего, да? Совсем ничего. Вот так. Разложили мы всех. Давай. Изучено слово силы убийства. Смертный приговор. Шикарно. Золото. Угу. О, эльфийская броня. Не, не надо нам. Эльфийская булава. Да нет, тоже не надо. Слушайте, так мы еще флакон-то даже не взяли. Представляете? А тут уже такое творится. Боже ты мой. А за что мне это? Забытая пещера. Ну, спасибо. А мы вообще-то туда хоть идем? Нет? А куда ж нам надо-то было? Вот здесь вот, смотрите, проход был. Вот он. Ладно, давайте сейчас выйдем, посмотрим. Но мне кажется, это не сюда. Так, здесь у нас выход. А здесь забрать белый флакон. Ну, это мы к выходу сейчас выйдем. А нам надо забрать белый флакон. Ну да, к выходу. Так что придется там назад сейчас возвращаться. И в другую сторону идти. Окей.
Так, а в другую сторону это куда? А, понятно. Как раз сюда нам и надо, по прямой. Хорошо. Так, ничего хорошего, конечно, в этом нету. Ох. Кто-нибудь вылезет, нет? Ну не может же так быть все. Просто. Или может? Просто это очень-очень странно, на самом деле. Химическая лаборатория нам нужна. Вообще, конечно, нужна. Я хочу сама научиться зелья делать и делать их. Ну, блин, я не знаю, какие там ингредиенты надо смешивать. Конечно, можно посмотреть где-нибудь, да, какие ингредиенты. Но хочется-то самой. Блин, тарелку стырила. Хочется-то самой все, как бы. Научиться. Тарелка. Как ее бросить-то? На X. Давайте посмотрим. Может, мы что-то сможем сделать. Так. Вот, восстановление здоровья. Это то, нет? Наверное, нет. Хотя фиг его знает. Не знаю даже. Восстановление магии. Гигантский лишайник неизвестно. Восстановление магии. Сил. Это вот тоже неизвестно. Это тоже неизвестно. Сопротивление огню. Вот еще восстановление здоровья тоже. А что там самое первое-то было? Тут было восстановление магии. Ты. Тоже восстановление магии. Сопротивление огню. Блин. Нам надо опробовать сначала это все дело. Где у нас там ингредиенты, которые мы не кушали? Вот лишай. Уязвимость к электричеству. Ага, замечательно. Так, здесь у нас что? А, рога неизвестно, да? Но они у нас одни, медвежьи. Восстановление запаса сил, вот. Восстановление запаса сил. Морозную соль пока не буду есть и огненную, потому что там у нас ее мало. Так, потом. Так, прах вампира тоже один. Вот, восстановление здоровья. Что тут еще? Фу, ну съедим. Попробовать-то надо. Вот это урон здоровью. Уязвимость к яду. Замечательно. А! Черт! Черт тебя дери! Так, яйцо Коруса опять. Блин, я так и знала, что я все-таки миску стырю. Что ж такое? Ядовитый колокольчик. Ну и мы его тоже используем. Ну, ядовитый уже понятно, что он. Что ничего хорошего там, походу, дела не будет. Так, что там было? Миска. Причем даже две миски я стырила. Ну, замечательно. Хархоборка прям какая-то. Так, это что такое? О, алхимия. Повысилась. Сумка аптекаря. Берем все, что тут есть. Тоже берем. Все забираем. А тут ничего не лежало? А, нет, мы тут все забрали уже. А, ну давай, ладно. Рискнем здоровьем, да?
треснувший белый флакон. Да не, по ходу дела ничего, тут никаких подстав не придется ждать. Просто мы же убили тут главного злодея. И можем отсюда убегать теперь. Вот. Я просто, видимо, не посмотрела. Ну, надо было сразу туда пройти, а потом уже сюда выходить. Да? Так, в какую нам сторону? Блин, наверное, сюда куда-то. Судя по трупикам ледяных вот этих вот монстриков, нам в эту сторону точно. Морозный Скайрим. Вот так вот. Посмотрим карту, куда у нас дальше путь лежит. Неужели мы будем из одного флакона возвращаться в Виндхельм? Это же не серьезно. А вот это что такое? Потерянный нож. Убить главаря бандитов. Нам много куда на самом деле надо. Нам надо и Винтерхолд. Но нет, пока я туда не буду. Точнее, пока я туда не пойду. Мы тут рядом с Виндхельмом. Ну, давайте тогда, наверное, туда перенесемся. А, прекрасно. Звать меня Нильс. Что ты там несешь? Цветочки. Моя дочка тоже носила цветочки. Я ведь говорил тебе не трогать мои инструменты. У тебя свои, у меня свои. Я его не трогала. Он же не мог сам убежать. Все говорят, что Йорлунд Серая Грива лучший кузнец в Скайриме. Конечно. А на кого я похож? На кабацкую девку? Не обижайся на мои слова. Я просто устал немного. Пытаюсь этот меч довести до ума. Что особенно в этом мече? Ярл хочет, чтобы он выглядел, как будто ему тысячи лет. Верховная королева Фрейди справила в Виндхельме во вторую эру. И ее меч легенда. Добыть настоящий меч было бы еще лучше. Но никто не хочет рисковать своей шкурой. Если ты найдешь этот меч, я буду благодарен. Что за меч-то где искать? Цель моих поисков – меч королевы Фрейдис, местонахождение Ансилвунд. Замечательно. А что у тебя на продажу? Да все, что доброму воину нужно. Да. Ты знаешь, у меня там много тоже всяких шмоток. В общем, ребят, давайте я... Не забудь, найдешь меч королевы Фрейдис, я тебя награжу. Хорошо. Давайте я потом с ним поторгую, сейчас мы сходим, отдадим флакон. Вот, и будем на этом серию заканчивать. Мастер слегка не сдержан, но я столь многому у него научился. Молодец. Мне никогда не достичь уровня мастера Нурелиона. Так, а с тобой... До встречи. Нам надо именно к нему, а он где, наверху? Да. Не терплю лодырей и бездельников. Я принесла Нечего. Флакон. Алхим, он соответствует всем описаниям флакона, которые мне попадались. Но если жидкость в нем не удерживается, мы ничего не можем узнать наверняка. Как же он оказался разбит? Вот что бывает, когда поручаешь работу кому-то другому. Так, я тут ни при чем, он уже был такой. Логично. Сомневаюсь, чтобы у тебя хватило знаний повредить флакон. Как бы то ни было,
Это конец. А теперь извини. Я что-то не в настроении развлекать гостей. Уверен, ты сможешь закрыть дверь с той стороны. Вот тебе за труды. Ну уж спасибо. Обязательно меня отвлекать? Я почти нашел, что искал. Сбор яда морозного паука. Нет, я не хочу пауков искать. Ну их нахрен. Так, что тут красть? Я не буду. Пойдемте вниз, тогда поговорим с этим мальчиком. Так. Я хочу поблагодарить тебя за помощь. Я знаю, мастер иногда бывает очень мелочным. Окей. Слава богам, что мне удалось им помочь. Вот, это тебе. Пусть флакон и разбит, я все равно считаю, что твои усилия достойны большей награды. А теперь извини, мне нужно ухаживать за Нурилеоном. Я могу хоть немного облегчить его последние дни. А, ну ладно. Мастер слегка не сдержан, но я столь многому у него научился. Так подожди, я помню, что продолжение у этого квеста должно быть, нет? Это странно. Ребят, ну правда должно быть продолжение, я помню. Мне никогда не достичь уровня мастера Нурилеона. Эх, ладно. Не судьба, короче. Давайте мы здесь закончим. Вот, и продолжим. Я неплохо варю зелья, но еще я научился создавать магические предметы. Молодец. Продолжим в следующей. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте свои комментарии. Я знаю, какой эффект дают зелья, но не всегда могу понять. С вами была Рыжик. Всем удачи и пока-пока. Things left on your chest.